Radio Steel. Este ora 19. На столичных и на моих студийных часах. Это значит, что стартовал новый музыкальный час. И я все еще с вами, у микрофона Юлия Васильева. Предлагаю этот музыкальный час посвятить женщинам шансона, королевам этой музыки, которые спели действительно красивые, прекрасно сбывающиеся композиции. Все вы посвятите этот час и послушайте только их. Вас я прошу, призываю, не знаю, как хотите. Если есть желание, если есть какие-то особые почтения, присылайте свои смс-сообщения на коробке номер 3837 или пишите на сайт radiosteel.nd. Обязательно прислушаюсь, обязательно выведу в эфир композиции. Ну а час открывает Катя Огонек с песней «Лейтенантик». Далее Екатерина Голицына «Никому не говори». Потом проведем конкурс от Фидеско, а потом, что будет, расскажу вам позже. Надеюсь, получу к тому времени уже ваше сообщение и выведу в эфир композиции, которые вам нравятся. Вы только никуда не переключайтесь, это стильное радио, 87.6 FM, тишина. Как это классно, когда вроде бы взрослые люди слушают стильное всегда, мечтают, как дети о чуде. Не был женщиной красивой, не был женщиной красивой.
Thank you.
все гладиалы. Сколько стоит российский? Один трон. Один трон. Ну, будем считать один. Если что, если нет, значит, подожди. Подожди. Вот один фунт. Я даю 300 рублей. Сколько это рублей? 1000 рублей. Я помогу тебе. 600. Я просто поняла, что плохо без тебя. Шансонье исполнили свои прекрасные композиции, но прямо сейчас пришло время для конкурса, который представляет торговая марка «Фидеско». Итак, если вы хотите получить приз, который позволит вам экономить на покупках, присылайте свои густиши или четверостиши на короткий номер 3837 на сайт radiostil.md или по номеру телефона 811-300. Дайте волю фантазии, можете использовать любые слова, связанные с покупками в супермаркете. От слова «тележка» до слова «скидки». Самые оригинальные сообщения будут поощрены дисконтными картами от спонсора компании «Фидеско». Реклама на стильном радио. Сеть супермаркетов «Фидеско» расширяется. В августе открылся новый магазин «Скулянки» по адресу Галешева, 47. В этом уютном магазине в сентябре проводится лотерея. В течение месяца покупайте на столе их товары, заполняйте купон, чек сохраняйте и в конце месяца можете выиграть ценные призы. «Фидеско» всегда дарит подарки. Я всем желаю удачи. До конца часа есть время. В конце объявлю победителя, выберу лучшего.